Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Без волнения я не могу смотреть эти кадры, потому что ровно 75 лет тому назад, мне было там 12 с чем-то лет, но мы, мальчишки, мечтали увидеть своими глазами парад Победы на Красной площади. Ну, конечно, мы не могли туда попасть, к сожалению, и тогда не было телевидения. Но сегодня вам предоставляется возможность увидеть этот парад в полном объеме. Минута за минутой. Кадры из спецхрана Российского государственного архива кинофотодокументов. Молодого Брежнева дайте крупно. Легендарный парад Победы 45-го года. Это уникальная возможность окунуться в реальную атмосферу, царившую тогда. Увидеть неотредактированное. Москва. Красная площадь. Исторический парад Победы. Полная версия. 9 мая в 10:20. Только на телеканале «Победа».